على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزداري هذه يا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألفاظ وأطيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. Дорогие братья, всех приветствую. Всем ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Благодарю, что вы нашли время посетить сегодняшнюю нашу встречу. Она на самом деле знаковая во многом тем, что мы, во-первых, здесь собрались. У нас некий нетворкинг уже сформировался, да, пока предварительный. Но сегодняшняя встреча у нас, она чем примечательна? Тем, что сегодня объединяются два проекта. Бизнес-форум «Мусульман», который возглавляет и является основателем Фахруддин Мирзоев. И Руслан Курбанов, который является, мы все его знаем, общественный деятель, политолог. И он стоит за проектом «Аль-Таир». Вот за этим центром стоит Руслан. И как бы вот эти два проекта у нас сегодня объединяются в масштабный проект. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые братья, которые собрались здесь, и также которые нас будут смотреть в видеороликах, хотели бы вам сообщить радость и новость, что мы с нашим братом Русланом Курбановым объединяем усилия и делаем коллаборацию наших проектов. Многие из вас знают про БФМ, и также многие из вас знают про бизнес-центр «Аль-Таир», который возглавляет наш брат Руслан Курбанов. И мы объявляем и приглашаем всех, и в том числе, которые братья здесь присутствуют, в наш совет. Мы выберем братьев из, значит, из присутствующих, также те, которые братья не успели приехать, но которые находятся, скажем так, душевно с нами, присоединиться к нашему проекту. И, иншаллах, этот проект мы объявляем международным, и будет она называться Международный бизнес-клуб МФМ «Аль-Таир». Бисмиллахи рахмани рахим. Теперь, что касается центра «Аль-Таир», дорогие братья. Наверняка вы о нем слышали, поскольку мы стараемся везде распространять эту информацию. И наша основная цель была заняться молодежью. Наверное, мы провели около 30 форумов по разным республикам. От Дагестана до Черного моря. По Волжье все просто проехали. Подмосковье, Москва. Вылетали в Сибирь, в Среднюю Азию, в Азербайджан и проводили тренинги для имамов мечетей. Здесь, в Подмосковье, в Москве, имамов обучали, как работать с аудиторией, как использовать новые методологии, в том числе маркетинговые методологии, как, вот знаете, этот привлечение, работа с клиентами, удержание, возвращение, пруф, известная формула. Мы ее имамам делали более такой понятной, знакомой. Они отрабатывали эти навыки и так далее. Кроме того, мы взялись за преподавание иностранных языков, чтобы наша молодежь могла выйти в открытый мир и быстро брать знания. Английский, арабский, турецкий. У нас разработаны уникальные методики, чтобы за 3 месяца можно было в любом языке выйти на разговорный уровень. Валлахи, я говорю, если знать, как устроен каждый язык, буквально за 3 месяца вы сможете уже разговаривать, а через 6 месяцев выезжать смело в любую страну. Что вообще означает «Аль-Таир»? Кто знает? Что-что? Машалла. Братья, это название звезды, которая была открыта в золотой век ислама мусульманскими учеными. И эта звезда – самая яркая звезда в созвездии Орла. Но название в нее, у нее тоже содержит глубокий смысл. Потому что это арабское название с артиклем «Аль». По правилам арабского языка оно должно читаться «Аль-Таир» – летящий.
И полностью эта звезда называется Ан-Наджму Ат-Тайр, летящая звезда. Вы посмотрите, какой, субханаллах, невероятно возвышенный смысл заложен в этом названии. Его в советские годы это название использовали для пионерских отрядов, лагерей там, и так далее. Многие фирмы так называются. Но мы поняли, что мы не можем упустить это название, поскольку оно как бы показывает вершину развития мусульманской науки, технологий в золотой век ислама. И мы хотим вновь поднять мусульманскую умму до этих высот. Вот смысл работы центра Аль-Таир, методика работы центра Аль-Таир. И когда мы увидели, что мы параллельными курсами идем с несколькими бизнес-проектами, бизнес-клубами, мы поняли, что развивать отдельно друг от друга проекты можно долго и не выйти на большую высоту, на новый уровень. Только после объединения Всевышний дает барака. Не все об этом задумываются в бизнесе. Мы, кстати, на прошлой встрече нашей говорили, что те, кто мыслит только в категориях прибыль-убыток, упускают такую волшебную вещь, как барака, благословение Всевышнего, которое над теми братьями, которые собираются вместе ради довольствия Всевышнего Аллаха. Всевышний же не зря говорит: «Вазкуру ниамат Аллаха алейкум». И помните милость Аллаха над собой, «Ин кунтум аадаа», когда вы были врагами друг другу, «Фааллафа байна кулубикум», и Он сблизил ваши сердца, смягчил, «Ва асбахтум би ниаматихи ихванан», и вы стали по Его милости братьями. Валлахи, если мы начнем объединять наши ресурсы, то милость Аллаха будет еще больше увеличиваться, и барака над нами тоже будет увеличиваться, иншалла. Именно в этом смысл нашего сегодняшнего собрания, чтобы показать благой пример и принести максимальную пользу. Баракаллаху фикум. Когда вы узнали, что означает звезда Аль-Таир, мы тоже со своей стороны говорим, что на БФМе зажигаем или зажглась звезда Аль-Таира, и альхамдулиллях, коллаборацию или объединение проектов БФМ и Аль-Таир, я считаю, что она уже состоялась. Итак, дорогие братья, договор 20 декабря 2024 года, город Москва. Гражданин РФ Курбанов Руслан, гражданин РФ Мирзоев Фахрудин с такими-то паспортами заключает ниже следующий договор. Пункт первый. Согласно настоящему договору, стороны обязуются соединить свои вклады, усилия и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения пользы. Совместная деятельность осуществляется в следующих направлениях. Первое. Это организация бизнес-форумов совместными усилиями под объединенным брендом BFM Аль-Таир. Бизнес-форум мусульман-Аль-Таир. И организация совместного управления группами в социальных сетях и мессенджерах, Telegram и WhatsApp, для того, чтобы донести мусульманам как можно больше пользы. Вклады сторон оцениваются 50% и 50%. То есть те сетевые ресурсы, которые есть у Фахрудина, и те сетевые ресурсы, которые есть у центра Аль-Таир, они будут вместе использоваться на то, чтобы одну и ту же повестку продвигать. Не кто в лес, кто по дрова, не лебедь, щука и рак, а наоборот идти вместе, иншалла. Совместный проект имеет форму делового клуба под названием BFM Аль-Таир. И в находящихся в совместном управлении сторон, группах, социальных сетях мы получаем равное участие в качестве администраторов и людей, которые могут ту или иную повестку проводить. Значит, общего имущества у нас не будет, оно не наживается совместным трудом, мы просто управляем смыслами, форумами, призывами, знаниями, информационными потоками. В остальное время, за пределами совместной деятельности, у каждого остается свое право действовать от лица БФМ или от лица Аль-Таир. То есть если Фахрудин, брат, хочет реализовать что-то самостоятельно в Турции, встретиться с бизнес-сообществом, он действует отдельно от лица БФМ. Если мы хотим провести встречи здесь, в Москве, в Катаре, в других местах от лица Аль-Таир, мы проводим. Но каждое совместное мероприятие будет согласовано. И здесь есть такое условие, что если мы все-таки, находясь на расстоянии друг от друга, захотим проводить переговоры с третьей стороной от лица общего бренда BFM Аль-Таир,
Фахрудин, допустим, там в Стамбуле от лица общего бренда проводит переговоры, а я провожу переговоры в Москве, то мы должны получить на это разрешение друг от друга, как бы доверенность со свидетелями. Фахрудин говорит, я хочу идти к такому-то бизнес-сообществу турецкому, вести переговоры с ними, и я хочу обсудить вот эти пункты, и мне нужна от тебя доверенность, разрешение на то, что я имею право от лица общего бренда вести с ними переговоры на эту тему. Я даю доверенности достаточно двух свидетелей с моей стороны, и Фахрудин обязуется, что он проведет переговоры по этим пунктам, и его свидетели тоже распишутся, что переговоры проведены именно таким образом. Это рождает между нами что? Доверие. Рождает доверие, рождает сближение наших сердец, сближение наших потенциалов. Ну, а все остальное, там технические подробности, прекращение договора, расходы и убытки, как мы делим, пополам. Все по 50. Кроме того, под этим договором также мы оставили места для 4 свидетелей. 2 свидетеля со стороны Фахрудина, 2 свидетеля с моей стороны. Подпись, фамилия, имя, отчество и телефон. من يشع بها نوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقائب تتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وتزدهر هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألحان وأطيار أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بديعا على خير وإيثار ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى В России еще несколько лет назад был запущен слоган «Покупай русское». То, что произведено в России. Но мы в рамках большой России уже много лет как запустили собственную инициативу, слоган «Покупай мусульманское». Чтобы мы покупали друг у друга, пользовались сервисами друг друга, чтобы стимулировать развитие бизнесов друг друга. Почему это важно? Во-первых, вот ту идею, которую брат озвучил, давайте мы будем делать собственные бренды, шоколад, одежду, питание детское, там, телефоны, автомобили и так далее, и так далее. Это очень важно, чтобы у нас появилось свое. Турки пытаются выйти на автомобильный рынок, вы видите. Иранцы вынужденно вышли на автомобильный рынок, сами себе производят автомобили, потому что они 40 лет под санкциями. И они говорят, санкции – это лучшее, что могло произойти в нашей истории, потому что нам закрыли все границы, и мы научились делать все сами. Вы, если сегодня поедете в Иран, там даже больше, чем в Турции, товаров собственного производства. От чипсов до автомобилей и ракет. Единственное, что пока иранцы не научились делать, это самолеты, истребители. У них старые советские истребители. А так они и в космос уже готовы вылетать, и ракеты у них дальнобойные, и вооружают сами себя самостоятельно. Каждая уважающая себя цивилизация, каждый уважающий себя народ, сообщество, тем более наша умма, должны производить все самостоятельно, чтобы обеспечивать собственный суверенитет. Если вы не производите ключевых товаров, ваш суверенитет, ваша самостоятельность, ваше мужчинство находится под угрозой.
Умма должна сама себя обеспечивать. Но как нам конкурировать с теми, которые обокрали, разворовали, разграбили Ближний Восток, разграбили сокровищницы Андалусии, разграбили сокровищницы Южной и Центральной Америки? Как нам с ними конкурировать, с теми, кто столетиями пользовался бесплатным трудом чернокожих рабов и этим обеспечивал себе процветание? Как? Мы можем выиграть конкуренцию, только покупая друг у друга. Только стимулируя собственное производство. И по мере того, как будет расти сознательность уммы, по мере того, как мы будем друг у друга покупать, наша умма будет становиться все более прочно на ноги. Этот принцип я, кстати, заметил у турок. Даже не у турка, мне это озвучил Лезгин, который во времена имама Шамиля, его семья туда еще перебралась, из Мухаджиров он. Он сидел, говорил со мной на языке даже чище, чем у меня, потому что он не жил в России. Он ни разу не был в Дагестане, ни разу не был в России. Он говорил на языке чище, чем использую я. И многих слов, завод, район, там администрация у него не было. Корабль, самолет, поезд. Он использовал древние слова, которые мы потеряли. Это, кстати, и чеченцы, и аварцы, и даргинцы, и кумыки, все, и карачаевцы, все, кто туда хиджур совершили. Все об этом могут сказать, что их единосоплеменники там разговаривают на более чистом языке. Но речь не об этом. Он мне показывает: Руслан, ты вот это видишь? Произведено в Турции. Ты вот это видишь? Произведено в Турции. Ты еду видишь? Произведено в Турции. Говорит. Ты телефон видишь? Произведено в Турции. Это философия. Это психология, это жизненная установка гражданина Турции. Покупай свое, чтобы развивать национальную экономику. Но мы смотрим на эту инициативу шире. Турки покупают турецкое, в России стимулируют покупать русское. Мы будем стимулировать покупать мусульманское поверх границ. Мы будем покупать у кыргызов, у таджиков, у узбеков, у азербайджанцев. У всех мы будем покупать, лишь бы стимулировать рынок, капиталоемкость, развитие технологий мусульманской уммы, иншалла. Баракаллаху фикум. Это слоган должен быть нашего делового клуба, да. Я вот в дополнение к тому, что Руслан рассказал сейчас и предложил нам всем, есть еще мысль о том, что не только покупать у мусульман, но и приглашать на работу мусульман. Потому что братьев, которые обладают нужными компетенциями среди нас, и среди нашего окружения достаточно, более чем достаточно. Как я вообще пришел к этому, что вот бизнес-форум мусульман открыл, да, в свое время? Я до этого сам тоже посещал очень много разных мероприятий, в том числе таких форумов. Посещал выставки со своей компанией в Москве, на ВДНХ, например, других Крокус и так далее, Красной Пресне, да. И форумы тоже посещал. И я замечал такую вещь, что я когда туда там находился, я очень плохо себя чувствовал. После этих форумов я домой приходил, я не мог к себе прийти неделями. Я сейчас вот перед глазами проходят такие вещи сейчас. Например, пришел на выставку там мебельную, там, и там ходят голые женщины из Бразилии, вообще голые, представьте себе. Там люди, которые организовывают эти форумы, естественно, не руководствуются законами ислама. Они самые, что в трендах для обычных людей, для них это, естественно, это все четко. Они там рядом с этими женщинами фоткаются даже, приходят там, типа они фотомодели, они потом будут их выкладывать там. У них это тренд. А мы, например, туда попадаем, из-за чего мы попадаем туда? Нам хочется развиваться, правильно же? Мы хотим бизнес развивать, мы хотим... значит, масштабировать, привлекать инвестиции и так далее. И нам приходится на такие места идти. Есть некоторые братья, туда идут, но я на них смотрю через призму самого себя, который туда ходил. Ты ходишь в мечеть, ты укрепляешь свой иман, ты читаешь Коран и так далее, месяц ураза, ты постишь и так далее. Потом идешь в такие форумы, и у тебя иман слабеет. И ты видишь там такие вещи. И потом после этого много-много времени в себя начинаешь приходить, обратно собирать. И поэтому эта идея отсюда пришла, ну, нам в голову пришло, чтобы вот именно наши вот эти форумы мы проводили, чтобы там не было ничего запретного, чтобы после наших форумов у нас наоборот имам поднялся, а не так, как было там.
В общем, братья, смотрите, здесь у нас какая еще концепция, да, присутствует. То есть мы всем нашим резидентам клуба предлагаем такой формат. Значит, мы готовы рассматривать, производить разбор их бизнеса. То есть у каждого из вас есть какой-то бизнес. Мы либо какая-то потенциальная, допустим, идея какая-то у вас с вами родилась. Мы готовы рассмотреть, произвести разбор вашего бизнеса. И причем будут доступны два варианта. То есть групповой, когда вот мы собрались... Да, можно, можно, брат. Я говорю, что о том, что мы для всех резидентов и участников клуба, у которых есть свой действующий бизнес, либо какая-то бизнес-модель, идея, мы готовы предложить разбор их бизнеса, то есть разбор вашего бизнеса. Разбор бизнеса может быть групповой, когда вот мы собираемся в группы, сидим, и, соответственно, каждый выходит, озвучивает концепцию своего бизнеса, чем он занимается, и мы как какие-то, значит, есть насущные проблемы, боли, мы эти боли разбираем. Так. И, соответственно, индивидуально, когда приходит к нам лично, допустим, мы приглашаем эксперта в той или иной области, и с этим экспертом разбираем ваш бизнес. На атомы разбираем, соответственно. И пытаемся найти пути решения проблемы, если они есть. Вот. Каждый из резидентов клуба получит, то есть, разбор бизнеса, это я сказал. Все участники имеют возможность получить консультацию, разбор и помощь в составлении договоров и контрактов. То есть этот вариант тоже мы готовы предложить. Для всех участников клуба предусмотрен личный рейтинг. То есть мы все-таки решили к такой концепции прийти, когда у каждого резидента клуба будет свой личный рейтинг. На чем он будет основываться? Он, значит, будет формироваться на базе личных и деловых характеристик, то есть реальных отзывов членов клуба. Допустим, два члена клуба заключили какой-то договор, у них какая-то бизнес-партнерская история. На выходе каждый из них должен предоставить отзыв друг о друге. На основании этого отзыва будет формироваться в том числе рейтинг внутренний. Также рейтинг зависит от количества совершенных благих дел. То есть список благих дел мы будем представлять в начале календарного года. То есть мы составим на год, либо на квартал, на месяц, неважно. И будем вбрасывать эту информацию в общий значит, чат. Кто первым возьмется на совершение этих благих дел, соответственно, мы будем за счет этого формировать также рейтинг. Рейтинг будет расти. Данная концепция, она позволит создать стимул среди участников и внутреннюю конкуренцию на совершение благих поступков и чистоплотность в деловых и личных отношениях. То есть чем выше рейтинг, тем выше возможности, шире возможности, которые представляет деловой клуб. То есть это такая вот, наверное, концепция, которую мы видим и хотим вот ее внедрить в наш деловой клуб. Нас, наши дорогие братья, пригласили на участие в первом дебютной встрече клуба БФМ «Алтаир». Прежде всего, я от имени нашей команды желаю нашим братьям баракатного, скажем так, полезного проекта, потому что здесь, когда два братья такого масштаба, такого уровня объединяются, здесь уже не получается x1, x2, x10. Здесь по-любому получается x100, x1000, потому что оба имеют сильные свои стороны. И прежде всего я желаю нашим братьям, которые будут смотреть, скажем так, материалы с этой встречи, чтобы они объединились вокруг этой идеи, потому что идея сама имеет глобального мирового масштаба. Пусть каждый из нас внесет какой-то вклад, какую-то пользу в развитие данного проекта, потому что вместе мы только сила. И нашим братьям желаю успехов, желаю, чтобы масштаб этого проекта охватил в первую очередь Российскую Федерацию, потом СНГ и потом мирового, скажем так, уровня. Желаем им успехов, благополучия и всего самого наилучшего. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Уважаемые братья, меня зовут Гиреев Садриддин, я являюсь бизнесменом более 10 лет в разных отраслях бизнеса, в том числе являюсь одним из разработчиков именно лизинга с нормами шариата. Сегодня был шикарный форум, посвященный объединению «Алтаир» и «БФМ».
две крупные площадки во благо мусульман, иншаллах, объединяются и в двойном режиме будут работать с целью объединения братьев, объединения уммы мусульман и, как итог, и больше пользы принести для нашей общины. Вот сегодня, сейчас уже началась самая интересная часть, когда официальная часть закончилась, все сейчас будут отдельно соединяться, будут разговаривать. И вот как раз сейчас будет фокусироваться бизнес-идеи, будут находиться инвестора, и будет именно как раз вот этот сливки будут сегодняшнего мероприятия. Поэтому всем рекомендуем БФМ, а теперь уже БФМ Аль-Таир, машаллах, приносят пользу для нашей умы. Присоединяйтесь к нашему сообществу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. من غير اختاري كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختاري كل التبارك تجريها يا وبها كل الدعاء إلينا ربانينا الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي تزدهي في كتبنا الساري